Главный ростовский храм в праздничную ночь особенно торжественен. Прихожане, взрослые и дети, казаки и военные собрались в ожидании момента, когда митрополит возвестит благую весть о воскресении Божьем. Кто во дворе собора, кто внутри него, сотни ростовчан не спали в эту ночь. Особое оживление возле палатки в центре площади. Настоящее чудо, сотворенное человеческими руками, царь Пасха по праву носит это название. Ее размеры поражают воображение, около полутонны весом и более метра в высоту. Это лакомство – самое большое произведение кулинарного искусства в городе. И не только Ростова, это Пасха – самая большая Пасха России. В этом году зарегистрирована еще и как самая большая Пасха Европы. Это творожное чудо в течение 2 суток изготавливали 7 мастеров. Чтобы понять, насколько тяжел этот труд, достаточно знать, что одно неверное движение или нарушение технологии могло в мгновение ока подпортить результат. Надо выводить четко уголочки, и когда мы ее открываем, она все-таки большая по высоте, по ширине, она должна держать форму. Существует определенный технологический процесс, который ни в коем случае нарушать нельзя. Долгие минуты ожидания, и вот верхушка отделена, поделена на равные порции и упакована в специальные контейнеры. Самая большая Пасха Европы была приготовлена в Донской столице в течение 2 рабочих смен, а съестся одним вечером сотнями ростовчан. Однако первые 2 кусочка получила наша съемочная группа. Тем временем торжественное богослужение шло своим чередом. И вот с праздничными пожеланиями к верующим обратился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Желаю всем одного увидеть в этой ночи свет воскресения Христова. Отмолить камень неприязни, неправды, греха от своего сердца, чтобы из этих глубин свет любви Христовой и Его божественного воскресения светил для каждой нашей семьи, для наших близких и для нашего горячо любимого российского Отечества. После крестного хода, совершенного священнослужителями вместе с прихожанами, собравшиеся услышали, наконец, слова, которых с нетерпением ждали. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Юрий Бабенко, Юрий Санкин. Главные новости.